В ежедневном режиме в Элисте ведется дезобработка общественных пространств. Дезинфицируются парки, скверы и аллеи, культурные комплексы, общественный транспорт. В графике городского зеленого хозяйства Центральная аллея, Аллея Героев, сквер Пушкина, автобусные павильоны, тротуары и другие общественные территории столицы. Напомню, дезинфицирующий раствор производится на территории предприятия «Энергосервис». Получить его может каждый желающий бесплатно.